Привет. Ну, ты что ли, Сергеем, ты будешь? Сергеевой два звонка. На! А мне плевать. Я ведь могу звякнуть и два раза. Могу и по второму разу. Давай, провожай. Давай, давай, давай. А? Давай, 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 давай. Ну. Давай, хачей. Хачей давай, говорю. Ползешь, как черепаха. Чего? Давай, 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 давай. Так, значит, вы бумажку, что ли, повесили насчет обмена? М? Да, вот. Я. Так. Ну, а мою конурку видела? Мою конуренку ты видела, я спрашиваю? Видела. Видела, ну вот. Ну, а с Нюркой, с моей сожительницей, женой, значит, разговор хотя имела? Да. Имела. Текс. Вот. Текс, 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 текс. Я тебе скажу честно. Сам бы я бы сам, это что, не на помойку выходит, нет? Нет, в садик. В садик, это хорошо. Я бы сам ни в жизнь не поменялся бы, нет. Но сама посуди, у меня же там два старых корешка, понимаешь, проверенные товарищи. Мы вместе с ними в одном институте психиатрии лежали. Вот. Значит, теперь, когда мы вылечились, уже почти, мы запросто завсегда можем на троих сообразить, верно? Это большое удобство, а? Удобства нет, я беспрашиваю. Удобство. Всегда на троих можно. Это большое счастье. Счастье! Во! Я и говорю, счастье! Куда же я своего счастья убегу? Ну, зачем мне это? Ну, понимаешь, что за кавыка. Понимаешь ты? Мне, понимаешь ты? Вот. Что? Что это? А вот что. Мне метры нужны, понимаешь? Метры, метры, метры. Метры. Будь они неладные, метры мне нужны. А зачем мне метры нужны? Почему они мне нужны? А? Соображаешь, нет? Эх ты, серость, сейчас скажу тебе, сейчас скажу, скажешь. Сейчас, будь они неладные. Понимаешь, семья, брат Сергеевна, растет. Прям не по дням. По часам растет. Ой, старший-то мой, Альбертик-то мой, что ведь отмочил? Что он отмочил, Альбертик? Опять не знаешь, да? Темнота. Ой, женился он. Женился он, Альбертик, женился. Правда, взял красивую, взял хорошую. Вот, зачем хаять? Хорошая, красивая, правда. Это верно, красивая. Вот. Глазки маленькие, морда во, как арбуз. Вот. Ну и опять же голосистая. Вот. Это же опять плюс для Альбертика. Плюс нет? Я не спрашиваю. А? Конечно. Конечно, плюс. Вот. Она голосистая. Ну, это вроде как сказать, это Зыкина. Ну, поет. Знаешь, с утра до ночи русские припевки. Дура, дура, дура ты. Дура ты, проклятая. У него 4 дура, а ты дура пятая. Вот, поет она. Ну поешь, голосись, голоси, что не петь-то? Понимаешь, она любой красноармейский ансамбль переорет. Вот, бюст ее большой, понимаешь, ни одна гимнастерка не влазит. Вот. Она бы запевала у них была. Вот. Ну, опять же, они, значит, скорости могут мне с Альбертиком внук отковать, ну? Правда? Дело-то молодое? Молодое дело, я тебя спрашиваю. Конечно. А, молодое дело. Внук пойдет, пеленки. Старая история. Отцы, детки, садись. Значит, сколько же я насчитал-то этих самых маленьких-то. Дай бог память. Ай-яй-яй, подожди-ка. Значит, 18 было, так? 18 было, до Альбертика было до 18.
Потом, значит, пошел этот самый... Другая стена пошла, без пробочки, правда. Значит, 23, 18, 7 на ум пошло. Так, так, так. Значит, это будет точно 22 квадратных литра. Метра. Правильно я говорю, нет? Правильно. Ай, слава богу, как-нибудь. Теперь возьми опять причину номер два. Витька-то мой, младший мой, а? Ой, малый, ему седьмой пошел. О, я предложу, умница. Игрун. Игрун. А ему место надо, чтобы казаки-разбойники? Надо. Он же на прошлой неделе что затеял? Он запуск спутника на Марс затеял. Сам себе на голову кастрюлю из-под щей напелил. Это у него космонавтский шлем. Давай вокруг себя палить. Знаешь, чуть весь дом не спалил. Но... Понимаешь, ему простор. Простор нужен. Понимаешь? У него развернуться негде. Малышу моему. Вот, а у вас? А, здесь я. У вас. А у вас? А здесь я. А? Вышел в коридор. Жги, что хочешь. Ну? Зачем ему своему комнату поджигать? Ну? В коридор вышел. Жги. Нравится, не нравится, что попало. Вот. И все. Раз. Да. Ну, это для меня плюс, нет? Плюс. Не волнуйтесь, пусть поджигает. Пусть поджигает, конечно же, мальчик. Может, он потом пожарником будет, ну? Ладно, так и быть, уговорили. Так и быть. Ладно, меняюсь. Хорошо, так и быть. Денежь не пропадала. А и что? Тут у вас коммунальные эти услуги, да? Я бы представляю. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум меняться, бум. Харитон, там бандит какой-то. Прям Хунвибин. Пришел по обмену с соседкой. Ну, беги, поди. Ну, может, можно как-то воспрепятствовать. Вот тут я сундук поставлю. Вот. У мамы моей сундучок есть. Тонны на полторы. Вот тут мы его и поставим. Пусть наем... Мама спит. Вот, сейчас она у сестры. Поехала к сестре. Сейчас у сестры. От сестры приедет прямо сюда, на сундучок. Вот, маму себе из Смоленской области выпишу. А за ней папашу единоутробного. Вот, что я, по-вашему, своей папаше-мамаше борща тарелку не налью? Ну, или пельмени? Ну, я ведь спрашиваю. Вот. Правильно говорю? Я им борща, они за детьми присмотреть, а? Конечно, конечно, святое дело. Святое дело, я же родители моя. Ну, вот. На, тут встанет он. Сундучок, встанет сундучишка. Дух спальни у нас. Ничего. Ну, уж вам придется уж. Уж по стеночке, так уж по стеночке уже, по стеночке уже. Ну, ничего, не графья. Правильно я говорю? Вот. Ничего, как-нибудь протиснитесь. Ну, давай, дальше смотреть, что у вас тут. Так, текст. А вот здесь у нас еще один маленький коридорчик, перед ванной. И где? Так. Вижу. Все вижу. Так, минуточку стой. Скажу тебе, как честно, как своей, есть у меня золотая старуха, брательник, выпивоха он, понимаешь, он алкоголик. Вот. И вот, положа руку на сердце, я бы скажу, как он подзашибет, так сейчас по ночам ко мне стучится, понимаешь? А? Прям ломится, понимаешь? Но ему неохота вот резвилки сидеть, понимаешь? Он и колотится, да. Комната маленькая, куда же его с собой не положишь, вин? А здесь, вот я ему кину на пол какой-нибудь там, Не твое, нет? Нет. Какой-нибудь одеялка. Пущай он и лежит себе. Бери руки. Вот, пущай спит на здоровье. Ну, и то, пускай продрыхается, опять тихий будет. Он только в пьяном виде скандалит. Мог я сказать, всех перережу! Всех перережу! Кого перережет, кого и чем? У него ножичек-то нулевой номер. Вот такусенький, вот. Ну, только огурчики нарезать, помидорчики для закусочки. Всем кровь пущу! Ой, пугает только, пугает. Он тихий парень, скромный. Ну, по пьяной лавочке чего не бывает, конечно. Ну,
Ну, там прирежет кого, там порежет, там, ну, так немного, там, одного-двух, не больше, вот. А свое отсидеть, опять тихий, опять скромный. Вот. А вот здесь у нас ванна. Так. Иди. Вот. Текст. Ага, вижу. Ну, что же, ванна хорошая, емкая, текст. Ванна глубокая. А мы в ней на зиму огурцы засолим. Ла, закусон для брательника. Родная кровь, брательник. Не скотин все-таки. А мыться где? Мыться? Не дворяне. Мыться на кухне будете. Вот. Ну, а на 1 мая, под Новый год, пожалуйте в баньку. Ежели приспичит, конечно, кому. А твоя кухня здесь. А и где он, твой столик-то? Где говоришь? Ай, нет, у меня столика. Как нет? Соседи его выставили. Соседи? Говорят, два стола тесно. Ох, вон как. Два стола тесно. Интересно. Это какие такие соседи? А? Это что? Эти, что ли, да? Буржуи недорезанные. Слышь ты... Чертова кукла, слышь, вот погоди, только Нюрка сюда приедет. Ой, она без живо глазки твои поросячьи выцарапает. Ишь ты, заплачешь горькими слезами, если что ей поперек характера пикнешь. Слышь ты, Брижит Бардо, она тебя в голом виде в Африку пустит гулять. Но. В конце концов, я попросил бы. Попросил бы, получай. Вот. Ну, глотай, я подожду. Так, упала. Что? В лоб захотел, старый таракан, да? Я бы брызнул. Пусть я четвертый раз 15 суток отсижу, но я бы брызнул. А я меняться не хотел. Да из принципа переменюсь. Понял, нет? Из принципа. Бабушка, бум меняться. Бум. Пиши заявление. У меня душа горит на этих подлецов. Утречком я приду. Я тебя ожидаю. До свидания. Будь здоров. Так, ну а здесь пеленки будут висеть моими внуками подписанные. Вот. Кому же мокрым-то хочет сходить? Ну, я тебя спрашиваю. Ты сам вспомни свое детство золотое. Ну, вспомни? Нет? Ну вот, вот так. Пошли, давай. Вот так. Тык-тык-тык-тык. Тут, значит, младший будет все поджигать. Тут, значит, Альбертик мой будет жить. Так, тут святое дело. Пап с мамой, родители. Тут из-за и угла будет мой брательник с таким ножичком. Вот. Тут я корыт подвешу. Тут мотоциклет. Там у ванны будут солененькие огурчики. А здесь что? А, здесь картошка. Вот так. Ничего, я дам вам жить еще. Вот так вот. Ой, господа и дамы, мы же с вами не попрощавшие. Ой, что с вам случившее? Что-то вы в лице переменившие, не как вы заболевшие. Ну, будь здоров, не кашляй. Можно вас на минуточку? Прошу. Прошу. Пожалуйста. Потому что мешает. А это все вам. Все, вот. На самом деле, зачем? Зачем вам тесниться в своей комнате? Ведь есть же место. Вот, и удобно, и бесплатно, и красиво. Спасибо.